Без дополнительных экзаменов допускать госслужащих корпуса А к работе на должности уровня Б. Изменения в закон о госслужбе сегодня обсуждали в Сенате. В законопроекте предлагается также сократить сроки проведения конкурсов вместо ныне существующих 3 месяцев до 2 недель. Ускорение будет достигаться за счет того, что вместо внутренних и внешних этапов отбор со следующего года будет проводиться единый общий конкурс на занятия вакантных должностей. 9 числа состоится заседание палаты. Этот закон вносится на рассмотрение палаты, но после этого, наверное, замечаний особых нет, оно вступит в законную силу. С 1 января будет работать.